Здравствуйте, мои дорогие! Это видео будет посвящено заказу от любимого Василька. Заказ не очень большой, но и не очень маленький. Думала снять это видео в следующем году, но решила поторопиться и снять до Нового года. Кому интересна тема Василька, приглашаю к просмотру. Начну с повтора. Покрывало из 100% хлопка. Я уже брала такие покрывала, пользуюсь одним из них уже давно и в обзоре показывала, как оно смотрится на кровати. Мне эти покрывала как нравились, так и продолжают нравиться. Я брала белое и голубое, а сейчас взяла нежно-кремовое. Вроде оно кажется простым и скромным, но эти кружева придают определенную изюминку. Я взяла размер 2,20 на 2,60. Цена 1812 рублей. Дальше покажу товары для мужчин. Футболка в полоску, модель R279, стоит 364 рубля. Насколько я вижу, цвет камера передает правильно. Она довольно плотная. Вырез немного заостренный, длинная, по низу просто подвернута. Сейчас покажу ткань на просвет. Не тонкая. Мужской костюм, так же как и футболка, из 100% хлопка. Костюм очень симпатичный, очень качественный. Брючки выглядят так. Два кармана. Надпись. Серого цвета. Ткань очень мягкая, будто с небольшим начесом. Верх костюма по вороту серая оторочка. Низ костюма просто прямой, без разрезов. Материал как фланелька. Костюм очень симпатичный, в комплекте выглядит так. Костюм называется КМ-2А, цена 1022 рубля. И последнее из мужского, две упаковки носков. Сейчас открою одну из них, они отличаются только рисунком, и покажу поближе. В каждой упаковке по 6 штук. Цена одной пары 27 рублей и, соответственно, упаковки 162 рубля. Это термоноски. Состав: хлопок, бамбук и ластан. Носки длинные. Внутри махровые. На резинке. Хорошо тянутся. Теперь плавно перехожу к женским товарам. Их три. Два кардигана. И одна блуза. Кардиган меланж синий. Модель называется М8/2. Цена 857 рублей. Воротник отложной в виде шальки. Он не длинный. Ткань хорошо тянется. Снаружи гладкая. Внутри немного с ворсом.
кардиган меланж бордовый, модель М32/1, цена 1071 рубль. Этот кардиган длинный, на молнии. Впереди два больших кармана. Манжеты, карманы и капюшон со светлой отделкой. По бокам с обеих сторон разрезы. Капюшон довольно большой и просторный. На одном кармане надпись и состав. Хлопок и полиэстер. И последняя из женских товаров. Блуза модель F234, цвет белый, цена 801 рубль. Так, сразу смотрю состав. Хлопок 95%, 5% лайкра. Ткань стрейчевая, хорошо тянется. В белую блестящую полоску. Воротник стоечка. Рукав можно присобрать на пуговку, и блуза свободного кроя, трапеции. Спинка немного длиннее. Да, хорошо тянется, очень хорошо. Блуза без пуговок, здесь просто ложная планка. Ну а на десерт оставила самое вкусное – детские товары. Начну с игрушки. Такая упаковка. А там... Вот такое чудо. Сейчас достану. Ты будешь сидеть? Сам сидеть не хочешь, посажу в коробку. Басик. Басик, а ты в швей стандарт. Цена 1092 рубля. Очень модный парень в джинсах. В рубашке. У него даже сделаны подушечки на лапках. Мягкий, славный. Видела такие игрушки в магазинах. Цена дороже на 300, на 400, а иной раз и на 700-800 рублей. Такой приятный. Кстати говоря, почему у него такой необычный взгляд? Да потому что один глаз сделан больше другого. Так, ну полезай в коробку. И самое-самое красивое платье для девочки «Маленькая красавица». Цвет молочный, был еще розовый цвет. Цена 672 рубля. К этому платью прилагался такой цветок. Ну, я даже не знаю, для чего он. Мне кажется, он тут совершенно лишний. Состав 75% полиэстер и 25% хлопок. Лиф платья
с блестками, а внизу такая пышная юбка. Сзади на молнии до талии и с пояском, который можно завязать на бант. Действительно, платье для маленькой принцессы. Вот и весь мой заказ. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Надеюсь, что еще в этом году.